Врачи ждут всплеска ОРВИ и гриппа уже через 2 недели. Эпидемиологи сообщили, что за первую неделю этого года в крае заболели ОРВИ 8300 человек, в Барнауле 6200 человек. Пока эти цифры даже ниже эпидемических порогов. В крае на 25%, в Барнауле на 11%. Сегодня первый день, все организованные ребятишки вышли в школу, в детские сады. Пока сформируются новые коллективы, ну и сейчас работники все вышли, кто приехал из отпусков, то есть на протяжении вот недели двух, то есть ориентировочно мы ожидаем какой-то подъем заболеваемости, это в конце января. Руки и головы у всех остались целыми. Никто не пострадал от взрывов пиротехники. С бытовыми ожогами и обморожениями в краевой ожоговый центр обращались в основном люди в состоянии алкогольного опьянения. Еще одна позитивная новость. Во время новогодних праздников в Алтайском крае никто не умер от передозировки алкоголя и наркотиков. По словам главного токсиколога Барнаула, в палатах досуточного пребывания особой нагрузки не было. В обычное время мы принимаем там 4-5 человек, да, таких в эту палату за сутки проходит. Первое, 31-е было 13-15 человек. В скорую помощь за праздничную неделю обратились более 12 тысяч барнаульцев. В основном жалобы были на пневмонию, бронхит. Кстати, во время школьных каникул ни один ребенок не поступил с переломом, катаясь на горке. Специалисты связывают это с тем, что сейчас снежные аттракционы стали безопаснее благодаря рейдам сотрудников ГИБДД и вниманию со стороны общественников. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости.